Межинститутский фестиваль «День первокурсника КФУ» ежегодно проводимый конкурс самодеятельного творчества студентов стартовал 3 октября на площадке КСК КФУ «Уникс». Первыми свою творческую программу представил инженерный институт. Первокурсникам удалось погрузить весь культурно-спортивный комплекс в атмосферу магии и волшебства. Так, настойчивость и храбрость. Гриффиндор! Это все должно быть очень грандиозно, и я ожидаю, что многие, кто будет смотреть, будут в восторге. Это круто, это все, что я могу сказать. Просто это не выразить словами, это здорово. Сейчас я покажу тебе, кто тут настоящий волшебник. Благодаря совершенно отличающимся друг от друга по идейному замыслу программам, творческие выступления студентов предоставили зрительному залу и членам жюри шанс перенестись в мир известного литературного произведения и позволить себе немного волшебства. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.